Здравствуйте, я не знаю, кто я. Сегодня я расскажу о 5 вещах, которых вы точно не знали в Майнкрафт. Чтобы сломать огромную гору песка, нужно просто поставить под нее факел. Ну, а мы идем дальше. Чтобы лава не разливалась, достаточно просто обставить ее наживными плитами. Портал в рай нельзя построить. А вы знаете, как сделать мост, который будет бесконечно генерировать булыжник? Берем, ставим лаву, обкладываем ее наковальнями. И воду тоже обкладываем наковальнями с трех сторон. Вуаля, осталось поставить только поршень, и можно бесконечно генерировать мост. Наверное, каждый из вас задавался вопросом, какой пароль в храме в джунглях? Показываю только один раз. Ну а на этом мои знания о Майнкрафте исчерпались. И с вами был я, не знаю кто. До свидания.